Итак, ребята, эпизод 8. Опустошение, трущобы, ситуация. Элис Уэйт предположительно направляется в Оберн к своему отцу. Оперативник, сотрудник и научный эксперт VR в сопровождении бойца Дельта Холидея также вылетает в Оберн. По данным спутника Ганнибала 3, в районе секретного объекта Армахэма сосредоточены значительные силы противника. Пэкстон Феттел, судя по всему, находится там же. Наша задача, ребята, задержать Элис Уэйт и доставить ее в безопасное место, а затем проникнуть на территорию объекта и найти Харлана. В принципе, ребята, задачи у нас понятны, все у нас, в принципе, ситуация у нас тоже так же ясна. С Элис у нас, в принципе, нужно ее догнать быстро нам, чем скорее, тем лучше. Ну что ж, ребятки, давайте, поехали. Координаты, которые Элис нашла в отцовском ноутбуке, соответствуют заводу Рэммельмайер в Оберне. И что? А, вот что. Под этим заводом имеются обширные подземные сооружения, еще с войны. В 50-х годах Армахем выкупил его и тут же закрыл. Судя по всему, компанию интересовали именно подземелья. И, по-моему, все это имеет какое-то отношение к источнику. Нас подбили! Второй подбит! Повторяю, второй подбит! Мы хотя бы выживем. Держите крепче! Он в порядке, а вот пилоту крышка. Да и Джин здорово досталось. А ты как? Жить буду. А вот кататься на коньках не скоро. Ладно, тогда оставайся с Джин и жди спасателей. Может, не стоит отправлять его одного? Там же полно этих гадов. Выбора нет. Феттл может быть где угодно, а Элис там одна. Пока подкрепление доберется, ее 10 раз убьют. До завода еще несколько километров. Тебе придется идти пешком. В вашем секторе замечена повышенная активность противника. Ждите неприятностей. Да уж. Тут есть что-нибудь интересное или нет? Посмотрим, глянем. Совершенно ничего интересного. Что, будете здесь стоять? Я слышал, ты крут. Надеюсь, это правда. Ну, вообще-то да. С ней все нормально, а вот за тебя я беспокоюсь. Я в норме, только двигаться больно. Может, тебе сделать искусственное дыхание? Не смеши меня. Я серьезно? Тем хуже для тебя. Нормальненько так. А как насчет легкого массажа? Не стоит. Да ладно, шучу. На самом деле мне как-то боязно к тебе приставать. Не, ну это нужно было послушать. А что тебе боязно-то? Блин, и это только вот ты говоришь, получается, уже почти вот, я не знаю, просто так далеко вообще вот мы прошли, и просто сейчас только об этой воде загрязнение уже сколько раз и шло просто. Это просто нереально, конечно. Уже столько прошли, и опять за эту воду. Ой, ну в общем, какой-то ужас. Одним словом. Так, а ну-ка, хочу как-нибудь так по-интересному попробовать.
А, хотя... Типа так, раз так, с разворота, во. Пойдет. В принципе, пойдет, да? Да, пойдет. Ничего интересного нет. К сожалению. Вообще ничего нет. Так, посмотрим, что у нас есть. Командир, противник не обнаружен. Оставайтесь на месте, пока поисковая группа не найдет вход в саркофаг. Угу. Ну что, будем ждать или как? Или мы первыми пойдем? Нет, все-таки они первыми пошли. Привет. Так, я думаю, что это все, да? Так, гранаты мы все подбираем. Почему-то мы сюда не можем пройти, ну ладно. А вот сюда можем. Спокойно. Ну давай. Все, проверил. О, здесь броня. Это хорошо. Хм. Так, ну по сути нам делать здесь нечего, а? Нам нужно дальше идти. Так, ну как нам туда залезть? Нам туда залезть-то надо? Так, ну нам нужно как-то туда залезть, я уверен, что нам нужно где-то здесь проход. Мы найдем где-нибудь проходик и точно туда попадем. Там внизу ничего интересного нет. Ух, ребят, вы не даете.
второго называется. А, вот он этот проход. Все. Мы так близко почти были. Ну, теперь понятно. Мне кажется, что что-то будет тяжелое сейчас. Так, отходим. Хорошее оружие. Ну, правда. Его не так много у нас. Потому что патронами у нас проблема. Там уже нет прохода, да? То есть я понял. Здесь только, да, один проход. То есть нам увеличение нужно. Уже троих ребят. Чего? Проверить! Да ладно. Блин, придется опять с ними сражаться, да. Ну и как-то здесь уже быстрее. Так, а как-то перепрыгнуть же надо нам? Так, я так понял, нам нужно бег. Так, я понял, бег. Управление нужно зайти будет.
Бег. Ну давайте капслог, пускай будет. Да нет, в принципе, мы и так бежим. Блин, очень странно-то. Блин, а куда? Сюда? Нам точно, наверное, сюда же. Тьфу, ёлки-палки. Вот это вообще у нас ситуация. Вот, наконец-то мы уже это прошли, ребят. Это хорошо. Все-таки эту яму пройти. Просто отлично. Противник! Где? Где противник? Вот здесь много. Блин, ну сколько вас здесь-то? Ужас, ужас. Очень много противников было. Ладно, не будем ему мешать тогда, пускай там и остается. Опа, вот это да, двоих. Кто следующий? Кто следующий? Чё, всё? Да уж. Проверить. Контакт! Влево.
А я пока справа пойду, да? Ну кто? Потерпел крушение еще один вертолет Black Hawk. На этот раз в районе Модерна. Предыдущий вертолет был сбит неизвестными лицами и штаб-квартиры. Никак нет! Причина второй катастрофы пока неизвестна. Сведений о выживших членах экипажа также не поступало. Укрытие! Где? Контакт! Нужна помощь! Блин, достали. Да, но здесь уже ничего интересного у нас нет. Поэтому здесь можно, в принципе, уходить отсюда спокойно. Еще боты гуляют, ну ладно. Не особо нам доставляют какие-то хлопоты они. Ты ведь ее искал. Она вкусно пахнет. Только не съешь ее, ладно? Она мне многое рассказала. Да, понятно. Блин, опять мы эти галюны ловим. Почти постоянно.